обочине стояла, а эта въехала в нее, и все. То есть просто машина стояла? Да, машина стояла, а эта въехала. То есть большая скорость, не справился с управлением вообще? Ну, женщина за рулем сидела, что там было, я не знаю. А пострадавшие есть? Ну, увезли женщину, мужчину, по-моему, увезли. Ну, без этих самых, без особо тяжелых, наверное, последствий. Ну, и ребенка, наверное, от стресса увезли, а больше ничего. Гвоздь положат полицейских, 3 штуки, в начале, в середине и там, в каждой деревне. И все. 40 километров знак стоит там и там. Они несутся 90 километров, 100 километров несутся. Понятно. Как ГАИ появляется там у магазина, все, тишина, едут потихонечку. Как только ГАИ уехала, все, летят опять с такой же скоростью. Машина я сам только приехал, это мои родители, машина стояла около забора. Вот машина на полном ходу, вот в стоячую вот она ударила. Она в нашу сандалилась, а потом сюда залетела. То есть большая скорость? Конечно. Здесь, да? Здесь вообще ограничение 40 км в час. Такую машину содрать есть, с места. Сами видите, что здесь при такой скорости таких повреждений не может быть. Забор. 1700 килограмм тронуть сюда, скинуть. Ну, представляете, какая скорость должна быть. Автомат, поэтому... Вообще. Ну а пострадали сильно на той машине? На скорую увезли все, почти всех там оттуда. Кроме водителя. Кроме водителя. Ребенок была, женщина пожилая, мать ее. Муж? Муж был. И вот видно, она здесь осталась.